Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Продолжается внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Одними из первых к выполнению задач приступили военнослужащие инженерного полка. В кратчайшие сроки бойцами понтонной роты была наведена переправа через реку Березина. В рамках тренировки военнослужащие Заслоновской механизированной бригады совершили 100-километровый марш на полигон, преодолели водную преграду по понтонно-мостовой переправе и заняли назначенный район. На базе Слонимской механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами БПЛА. Мастер-класс военнослужащим дали российские коллеги, а также преподаватели Центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В Беларуси стартует республиканская акция «Наши дети». Ежегодно руководители министерств и органов госуправления посещают детские дома-интернаты, опекунские и приемные семьи, центры реабилитации, больницы. Не остаются в стороне и представители вооруженных сил. Из года в год военнослужащие поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки. В субботу, 17 декабря, на военном факультете Академии авиации пройдет день открытых дверей. Гостям расскажут о структуре факультета, порядке приема и обучении. Также будет организована выставка военных дронов. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!